Hopefully you had a good lunch. This is our third session, Imperial Educational Institutions and Intellectual Exchange. And our first speaker is Professor Nikolai Tsirampilov. Nikolai Tsirampilov is an associate professor of history in the Department of History, Philosophy, and Religious Studies at Nazarbayev University. And he specializes in the history of Buddhism and in Tibet, Mongolia, and Russia from the 17th to the 20th centuries. So, Nikolai, the floor is yours. Thank you, Curtis. Несмотря на то, что мой доклад заявлен, сам название доклада сформулировано на английском языке, я все-таки принял решение доклад прочитать на русском. Итак, мой доклад будет посвящен первому бурятскому ученому, крупному российскому востоковеду XIX века Дорже Банзарову, которому в этом году исполняется 200 лет со дня рождения. В 2020 году его имя взял себе Бурятский госуниверситет, который теперь официально называется Бурятский государственный университет имени Дорже Банзарова. И в Республике Бурятия в 2022 году, в этом году, планируется многочисленное юбилейное мероприятие, посвященное этому юбилею. Среди них там, съемка документального, художественного фильма, театральных постановок, выпуск книг, проведение конференции, которая уже произошла, и так далее. Я в своем письменном докладе отмечал, что в советское время Банзаров был такой главной фигурой бурятской нации. В его честь назывались улицы, площади, колхозы, учреждения. Его образ мифологизировался до такой степени, что с развалом СССР, с концом советской эпохи, в обществе как бы сложилась такая своего рода усталость от образа Банзарова, и многие полагали, что его значение как бы сильно переоценено, наряду, скажем, со значением каких-то там коммунистических революционных деятелей, там, первых бурятских революционеров и так далее. На передний план вышли другие совершенно люди, в основном это репрессированные представители бурятской интеллигенции, те, кто добивался бурятской автономии в 10-е, там, 20-е годы, в позднее имперское время, советское время. Вот. И это все, несмотря на то, что именно эти репрессированные интеллектуалы бурятские, собственно, и возвели Банзарова на вот этот почетный престол там, главного бурята всех времен и народов. Вот. Поэтому, когда Бурятский государственный педагогический институт имени Дорже Банзарова, это первое учреждение высшего образования в Бурятии, было преобразовано в Бурятский государственный университет, имя Банзарова было тихо изъято из официального названия, и это прошло ну, практически незаметно, не вызвало никакой серьезной реакции. Однако спустя годы первого бурятского ученого снова стали вспоминать все чаще, имя его стало возвращаться в общественный дискурс. Пока непонятно, в чем состоит новая интерпретация Банзарова, и есть вероятность, что в наше время его образу удастся освободиться от вот этой вот излишней мифологизации, героизации и так далее. Но на самом деле мифологизация имени Банзарова началась еще в имперское время, когда его объявили таким вот примером живительной силы просвещения, которую несет Россия своим подданным. Одни, а другие считали его таким идеальным инородцем будущего. Вообще Банзаров стал своего рода объектом большого эксперимента, имперского эксперимента, в котором участвовали еще трое из его одноклассников, и только он сумел дойти, так сказать, до финишной черты. Дорже Банзаров был одним из... Сейчас я забыл про свои слайды. Да. Ну, вот здесь вот памятник, вы видите, дагерротипический портрет Банзарова, и там кадр там с одной из конференций. Дорже Банзаров был одним из пяти сыновей бурятского казачьего пятидесятника,
В раннем возрасте его отобрали для учебы в экспериментальной Троицко-Сахской казачьей войсковой школе. То есть вот здание школы на фотографии. Школа была лучше на тот момент в Забайкалье, где проблема с начальным образованием стояла остро, если не сказать бедственно. Ржевик хорошо учился, поэтому был отобран в 1835 году в числе трех других бурятских учеников для учебы в первой Казанской мужской гимназии, что было частью вот этого самого глобального эксперимента Министерства народного просвещения империи. Сама идея отправки четверых бурятских юношей в Казань для учебы в гимназии основывалась на идее и была непосредственно инициирована главным идеологом Николаевского времени, министра народного просвещения Сергея Семеновича Уварова. В своей концепции официальной народности новый министр особое значение придавал проблеме оккультурации местных элит, их приобщению к русскому языку и культуре. Он считал такое приобщение необходимым условием для обеспечения их политической лояльности и для утверждения цивилизационной привлекательности России в глазах ее разнообразных подданных. Причем эта концепция не ставила обязательным условием для продолжения образования крещение, христианизацию. Кто-то идею к тому времени уже начали отказываться. Она исходила из принципиальной допустимости культурной ассимиляции так называемых дикарей как убедительного подтверждения цивилизационного потенциала России. Россия тем самым как бы пыталась продемонстрировать Европе свое превосходство через способность европеизировать, оцивилизовывать отсталые народы, поскольку в западных колониях западных империй этот тренд, он еще не начался. Как известно, в Казанской гимназии тогда уже учились дети татарской, башкирской, казахской, калмыцкой и кавказской знати. И вот буряты впервые присоединились к этому клубу, так скажем. За 7 лет обучения двое бурятских учеников умерли от болезни. Одного забрали в рекруты за тяжкое дисциплинарное нарушение. Поэтому юный Доржи остался один, но ему пришлось столкнуться с тяжелыми утратами. Он даже подавал прошение о том, чтобы его отпустили домой. Николай это прошение не подписал. В итоге в 1942 году Банзаров закончил гимназию золотой медалью и был автоматически зачислен в Казанский университет. То есть он стал, по сути, первым инородцем, достигшим таких успехов в истории гимназии. В университете Банзаров обучался по особой программе под попечением своего главного учителя, монголоведа Осипа Ковалевского, очень известного востоковеда российского. В 1846 году он написал свою знаменитую квалификационную работу «Черная вера или шаманство монголов». Работа много раз цитировалась, в том числе Чекановым Валихановым, и стала таким своего рода прорывной работой на тот момент, потому что о шаманстве мало чего было известно вообще в европейской литературе. После окончания университета Банзаров направляется на год в Петербург, где становится частью сообщества востоковедов, он пишет научные работы, в основном в области монгольской эпиграфики, становится членом-корреспондентом Императорского русского археологического общества. Да, вот здание Казанского университета, Казанская гимназия. Это вот портрет Ковалевского и одно из изданий той самой монографии даже Банзарова. На его труды положительные рецензии пишут крупнейшие европейские востоковеды того времени. Это совершенно блестящий старт для молодого человека, особенно для молодого человека неевропейского происхождения с азиатским лицом и нехристианского вероисповедания. Вообще, в 40-е годы европейская наука была на раннем старте процесса глобализации, и даже Банзаров был в числе самых ранних неевропейцев, которые стали частью этого тренда. Именно в 19 веке наука претерпевает законченную институциализацию и профессионализацию, появляется понятие ученого по профессии и узкоспециализированных научных обществ. Но наука продолжала оставаться сугубо европейскими занятиями, и при господствующих в Европе того времени воззрениях народы Азии, Африки и других частей света многими считались в умственном отношении стоявшими ниже европейцев и неспособными к научной деятельности как таковой. Весьма популярной в научных кругах была концепция, например, Буффона и Блюменбаха, согласно которой, хотя единое происхождение человечества признавалось,
расы, различия объяснялись дегенерацией. Тем не менее, еще задолго до Банзарова получил известность случай, который начисто опровергал подобного рода российские теории. Это случай Антона Вильгельма Амо, 1703-1759 годы жизни. Он был известным немецким философом, сделавшим профессорскую карьеру в университете Халле и Йены в Германии. Будучи родом из африканской Ганы, он попал в Европу в качестве раба. И вот Банзарова в России часто сравнивали с Амо, называя его Гелертер. Это такая насмешливая кличка Амо, и Банзарова тоже называли Гелертер, да, вслед за Амо. Потому что такие примеры в те времена в научном мире были просто единичные. В России до Банзарова был фактически только один случай успешной научной карьеры, сделанной инородцем, и это случай, связанный с упоминавшимся уже сегодня Мирзой или Александром Казимбеком. Я не учитываю здесь, хотя, может быть, имеет смысл, пример выдающегося китаиста отца Иоакимфа Бичурина, по отцу считавшегося чувашем, но по вероисповеданию бывшего православным. Но все же Иоакимов в первую очередь был клириком, да, только потом ученым. Так что следует отметить, что Россия в деле инкорпорирования инородцев в систему высшего образования и науки была весьма прогрессивной империей на тот момент, поскольку за пределами России, там, на зависимых территориях Британии и Франции, таких прецедентов просто не существовало. Это не означает, что европейские империи были полностью равнодушны к идее распространения европейского образования и науки в своих колониях, но этот процесс наберет обороты лишь во второй половине 19-го, начале 20 века. Банзаров прожил короткую жизнь, всего 30 небольшим лет, но сумел все же оставить заметный след востоковедения. Его труды сегодня, конечно, важны в первую очередь для истории и науки, но для 19 века они были прорывными. Блестящий старт Банзарова обрывается по весьма тривиальной причине. Принадлежность к казачьему сословию обязывает его вернуться на воинскую службу по месту работы его отца. Таким было решение Сената. Чуть позднее было принято решение принять во внимание образование Банзарова, и воинскую службу ему заменили на работу при канцелярии иркутского генерала-губернатора. Но в Иркутске Банзаров так и не смог продолжить свое профессиональное развитие. Он жаловался на чрезмерную занятость на работе, постоянные разъезды, недостаток литературы, общения. Потанин полагал, что Банзаров был подготовлен как кабинетный ученый и не мог переориентировать себя на сбор полевого материала. Существует ряд конспирологических и психологических теорий, объясняющих его раннюю кончину, ни одна из которых мне лично не представляется достаточно убедительной. Я, например, не разделяю мнение о смерти Банзарова в результате злоупотребления спиртным. Это была очень распространенная версия. Для ее подтверждения просто нет свидетельств и данных. Причиной смерти Банзарова могла стать общая неустроенность, плохое питание, постоянные простуды, хронические заболевания. Вот об этом косвенно говорят воспоминания его друзей. Известие о смерти Банзарова сколыхнуло не только иркутскую, но и всю общественность, но и все высшее общество столичной России. Пример Банзарова, по мнению многих, разрушал расовые стереотипы, коренившиеся в русском и в европейском обществе. Таким образом, эксперимент с участием Банзарова был одновременно как бы удачей и провалом. Ранняя смерть дала почву для рассуждения о культурной деградации. Даже близкий друг Банзарова, известный востоковед Савельев, писал, что пока Банзаров находился среди европейцев, людей образованных, культурных, он как бы соответствовал их уровню. Но стоило ему вернуться обратно в лоно своего народа, культурная деградация была неизбежной. В XIX веке сибирские областники активно использовали Банзарова в рамках своей антиколониальной идеологии. Вот Потанин очень много внес в этот вклад. Он вообще руководствовался идеей надежды на сближение русских, сибиряков и бурят, поскольку сибирские областники ратовали за автономию Сибири и формирование особой сибирской идентичности. Их беспокоило, что русских, сибиряков и сибирских аборигенов мало что объединяет. И Банзаров представлялся им таким первым коренным сибиряком, перед которым не стояло никаких непреодолимых культурно-языковых границ в его общении с образованными русскими людьми. То супруга Александра Викторовна Потанина, вы видите ее фотографию на слайде, даже написала детскую повесть о жизни Банзарова «Доржи, бурятский мальчик», в которой описала
первые годы его учебы вот, в казачьей войсковой школе. И в предисловии она пишет, что ставит целью сблизить русских и бурятских детей, чтобы новое поколение не было так отчуждено друг от друга. Советские идеологи заимствовали образ Бандзарова у бурятских националистов, которые еще с начала 20 века, как я уже говорил, сделали из Бандзарова икону бурятского мира. Для них Бандзаров был в первую очередь жертвой царского произвола, расизма и так далее. И вот в раннесоветское время Бандзаров становится оружием в борьбе большевиков за симпатии бурят. Этому как бы содействовало такое скромное происхождение. Тем, что Бандзаров не был отягощен вот этой дурной классовой наследственностью. И его, как я уже говорил, изображали жертвы царского произвола, описывали как прогрессивно мыслящего социалиста, как человека, сопереживавшего социалистическим идеям. Это все, конечно, неправда, нет никаких об этом свидетельств. Но вот такой образ был создан. Так или иначе, в советское время Дорже Бандзаров становится, как я уже говорил, главной фигурой, бурятской национальной фигурой, а бандзароведение становится прям особой научной областью, особой сферой истории Бурятии. Были ученые, которые занимались тут исключительно Дорже Бандзарова. Вот, юбилейные торжества, начиная со столетнего, всегда были крупными событиями в жизни республики. Именем его были названы улицы в Кяхте, в Улан-Удэ, в Иркутске, целый колхоз в Джидинском Аймаке. Вот. И культ Бандзарова в Бурят-Монголии в Бурятии был чем-то аналогичным культу Михаила Ломоносова в России по степени героизации, по степени мифологизации, своего рода такой культурный герой, современный Прометей. Сегодня в юбилейный год пока не совсем ясно, как будет переосмысливаться образ Бандзарова. Отсутствие явного интереса к нему со стороны сегодняшних российских властей способствует, на мой взгляд, более трезвому и неофициозному пониманию жизни Бандзарова. Ну вот, на этом у меня все. Все, спасибо. Thank you, Николай, for that. I forgot to mention at the beginning that we are missing Miriam Gul-Kusainova, who is unfortunately not well, and so we only have three panelists today. But we should keep it to 15 minutes anyways in the hope of having better discussion than we have had. So I'm happy to introduce next Alima Bisinova, who is also an associate professor, but from anthropology at Nazarbayev University, where she has worked since 2012 after graduating from Cornell, and has written many articles on anthropology, the anthropology of Islam, urban anthropology, intellectual history, and a number of other disciplines, and has published in Ab Imperio, Europe Asia Studies, and many other places. She is co-presenting with Kolshat Medureva from the Eurasian National University in Nur-Sultan. The title of their talk is Razval Sajdinya Akademii Nauk. Спасибо большое за организацию этой конференции Департаменту истории. Значит, мы здесь добавили развал схождения Академии наук в Казахстане, наука для общества, наука для государства, наука для науки. Мы надеемся, что потом как бы будет возможность к этим перейти. Как бы для чего наука, кто ее должен спонсировать и кто как бы стейкхолдер. В этой статье мы рассматриваем подъем Академии наук Казахской ССР к известности от раннесоветского до позднесоветского периода и анализируем причины ее упадка и утраты статуса в постсоветский период. Не ставя задачи дать исчерпывающую историю столь сложного учреждения, включавшего в свое время 60 научно-исследовательских институтов, развитые сети между фундаментальной наукой, военно-промышленным комплексом Советского Союза и республиканским народным хозяйством, мы хотим вычленить ключевые объяснительные схемы. Почему, будучи такой успешной в советское время, она не нашла себе места в новом режиме и новой постсоветской экономике?
В статье будут представлены некоторые факты хронологии, функционирования, реформирования и попыток реанимации, возрождения сегодня Казахстанской академии наук. Мы сосредоточимся на выборочных кейсах из архивов, из интервью с учеными и истории институтов, на истории институтов зоологии, геологии, философии. Хотя изначально создание Академии наук было связано с задачами народного хозяйства, промышленности, разведки ресурсов и генеральными планами пятилеток, в позднесоветский период, то есть это была наука для государства, наука как бы для развития экономики, промышленного комплекса народного, потом в позднесоветский период начинается такой дискурс науки для науки, такой чистой науки, фундаментальной науки. Главный ностальгический тренд в воспоминаниях наших интервьюеров говорил о том, что статус академиков и научных кадров, работающих в научно-исследовательских институтах Академии наук, был намного выше, чем ученых, работающих в высших учебных заведениях. Именно этого статусного положения ученого в современном Казахстане кажется, что не хватает. И вот здесь как бы главные вопросы, которые я уже частично озвучила. Каким образом институция Академии наук, она вот потеряла статус, да, оказалась не у дел. Куда исчезли все интеллектуальные силы, интеллектуальные достижения? Было ли все это на самом деле? Как и почему происходит разрыв и утрата знаний? А вот дальше это цитата из статьи «Социология», известный социолог науки Михаил Соколов, он спрашивает, откуда мы знаем, что мы ходим в настоящий университет, чтобы делать настоящую науку? И вот у меня как бы вопрос, откуда мы знаем, что наша Академия наук была настоящей, ну или хотя бы такой же, как Академия наук в Москве, в Санкт-Петербурге, в Новосибирске и так далее. И вот он, ответ на этот вопрос, откуда мы знаем, что мы делаем настоящую науку, наука, как это ни странно, тоже институциализируется через ритуалы. Ну, то есть можно как бы ответить на этот вопрос через результаты, да, то есть про производительность ученых, но это совершенно недавний тренд, да, вот этот вот скопус, публикации, цитирование. А как бы ритуалистический путь подразумевает по возможности точную, даже утрированную имитацию внешних форм действий, ассоциирующих с успешной наукой. Ну, то есть как бы принято, что ученые, ну вот если, допустим, мы здесь посмотрим на профессоров истории, да, они как-то похожи друг на друга, да, они энтузиасты своего дела, они увлечены, они как бы это, кажется, что они не интересуются другими вещами, вот только наукой, да, не интересуются материальным комфортом, там, личной жизнью, у них мало, еще что-то. Они вот все в науке, как бы, вот такой как бы эсэс, да, такого наук, человека науки. И вот ритуалы, как бы там вот есть что-то, это вот, как сказать, за такое вдохновение, да, вот эта вот заряженность потом. И вот как в первом... на первой панели коллега из Евразийского заметила, где дискуссия, почему нет дискуссии, да? Свободная. Предполагается, что дискуссия — это же тоже такой как бы ритуал правильной науки, да, когда вот обсудили, что-то кто-то сказал, мы это обсудили, свободные дискуссии, и как бы это вот правильный ритуал правильной науки. То есть как бы... Так, опять не работает. Следующий слайд. И еще как бы вопрос колониальности, да, потому что колониальность, вот я задаюсь вопросом, мы задаемся вопросом, как происходят разрывы, да, и утрата знаний, потому что, в принципе, любая сфера знаний, любой институт и место карьеры, основанные на преемственности, аккумуляции знаний и признании символического капитала, по своей сути хрупки. В то же время некоторые из таких мест сохранялись и накапливали символический капитал, а некоторые были демонтированы, что привело к утрате знаний. Вот. И вот у нас этот вопрос, почему происходит разрыв, и как бы есть ли, происходит ли это из-за колониальности, из-за такого внешней интервенции, которая, на основании которой строилась как бы институция. И вот здесь, мне кажется, будет полезным сравнить вот нашу Академию наук с Академией наук, с Центральной Советской Академией наук, которая, вот нам кажется, что она была вот преемницей Императорской Академии Наук, но на самом деле это было не совсем так, да, то есть как бы Императорская Академия Наук, она строилась по такому принципу клуб академиков, да, то есть там академики собирались, иногда их спонсировали, государственные деньги и так далее, но это не было как бы полностью какой-то государственный, это не было как бы скоплением
научно-исследовательских институтов под единым руководством, это не было местом карьеры. То есть ты не мог туда зайти МНС и выйти академиком. То есть ты уже туда приходил как бы состоявшимся академиком, тебя избирали и так далее. И вот статья Лорена Грэхэма, она, возможно, кажется чуть староватой, но она очень хорошая статья о том, как... потому что она на основе архивов периодического издания Академии наук «Научный работник», и она о том, как формировалось вот это вот представление об Академии наук, что это будут именно научно-исследовательские институты, что люди там будут заниматься наукой вот именно для хозяйства, для государства. Они будут освобождены от преподавательской деятельности для того, чтобы они могли этим заниматься. Потому что, в принципе, многие ученые, все-таки наука позднеимперского периода, она была больше такой университетской наукой, и люди часто жаловались, допустим, тот же Менделеев, что у него ему некогда, что постоянные занятия. Ну и вообще, как бы вот здесь тоже присутствует такой актер, который нам известен из других докладов, Ольденбург, академик, который тоже занимался вот демаркацией, востоковед, этнограф, и он вот как бы ездил на тот момент в западные страны, во Францию, в Британию, в Германию, как бы заимствовать их опыт построения вот этих науки, мобилизационной именно. И он решил, что Советскому Союзу больше всего подходит, он и в консенсусе решили, больше всего подходит опыт институтов Кайзера Вильгельма. Но сегодня преемником это можно представить институт Макс План в Германии. И он говорит, что, в принципе, вот именно оттуда за ним тогда это крупные промышленники, они основывали эти институты, они освобождали профессоров от их нагрузки, и они там могли работать. Это вот индустрия химической промышленности, угольная промышленность спонсировала эти институты. И вот как бы опыт Германии, тоже догоняющий индустриальной экономики, был очень полезен в этом плане, и они его заимствовали для создания Советской академии. Теперь, значит, как образуется Академия наук Казахской ССР? Ну, мы так пишем, что это скорее продукт колониальности, чем заимствования, потому что повестка формируется извне. То есть не то, что кто-то там, конечно, ну, поездил и решил, вот нам подходит малазийский опыт, сингапурский опыт. Это как бы приходит и говорит, вот стране нужен уран. Тут как бы там, где находится уран, там не спрашивали у жителей Джасказгана, вам нужен уран, не нужен вам уран, там и других. Это как бы вот нужен уран, нужен сталь, уголь, да-да-да. И вот это будем развивать. Отчетность тоже происходит не на местах. То есть люди приезжают в экспедиции, потом эти, что они там делали, что они там собирали, каких они там животных встретили и так далее. Особенно на уровне, когда Академия была базой, потом филиалы, это тоже как бы отчетность не производится. И потом даже люди жалуются, что приезжали, писали отчеты, эти отчеты не сохранились, все это как бы разрывы происходят. Идеологическое форматирование производит, ну, как бы все в рамках как бы производственных сил, там, материализма, марксизма, ленинизма. И еще что важно, производство знания с чистого листа. Вот именно здесь происходит вот этот вот разрыв. То есть приходит и говорит, вот здесь раньше ничего не было, битпахтала, голодная степь, голая степь. А до этого было Российское географическое общество, а до этого было общество изучения Кыргызского края. Но как бы это все становится там, отметается, и вот мы заново изучаем. Ну, в 30-х годах особенно много изучали битпахталу. Вот здесь вот как это началось, комиссия по изучению естественных производительных сил, она еще была предложена академикам еще в царской России, когда вот была война, и нужно было мобилизовывать народное хозяйство для войны. Академикам Вернадским и так далее. Потом, и вот эту инициативу советское государство нашло очень правильной, как мобилизовать естественные силы по всей стране для развития. Потом вот этот КЕПС, комиссия по естественных производительных сил, была в СОПС, Совет по производительным силам. И вот, значит, когда это приходит к нам, у нас открылись сначала база, и там были, там, значит, были секции зоологии, ботаники, и вот они постоянно отправляли эти в Битпахталу. Каждый у них были экспедиции в Битпахталу, и это вот голодная степь. Что интересно, как бы голодных степей, в принципе, две.
Первая голодная Бетпак-Дала, это вот если кто, может быть, не знает географию Казахстана, если вы едете в Алматы, Бетпак-Дала начинается после Щецкого района, где-то в Агадыре, и до через Мойынкумы, до уже Чу. В Чу уже есть вода, и голодная спирт заканчивается. Это как бы Бетпак-Дала, это название, что, в принципе, в кочевниче с кометом нужно было прийти от одной, как бы, места воды до другого места воды, и вот эту как раз переходили между сезонным кочеванием, а если ехать из, через Кызылорду, ой, через Дюсказган, то Бетпак-Дала начинается после Кургальджино, после тингисских этих, и дальше уже Дюсказган, это уже как бы... Но еще есть Бетпак-Дала на той стороне Сырдарьи, на территории Узбекистана, это на севере Ферганской долины, это Бетпак-Дала, ой, господи, голодная степь, она вообще переводится как Мырзашёль, то есть там вообще нет понятия о голодной степи, но наоборот как бы считается, и Бетпак-Дала, в принципе, не обязательно это голодное, да, это тяжелое, но это не значит, что там как бы голая степь, то есть люди знали это. И вот что интересно, как бы вот эти они вот ходили, и у них обязательно были проводники, то есть они шли обычно вот по тем же караванным тропам, они потом пишут, караванная тропа, там, путь кан, Тасбулакская, караванная тропа такая-то, караванная тропа, мы идем по... То есть они, их кто-то вел, обычно местные люди, показывают, что вот здесь такая растительность, здесь такие животные, и одним из вот архивов, которые мы нашли, это архивы Селевина Виктора Алексеевича, который был в секторе зоологии, он, к сожалению, умер в 1939 году, но часть его дневников перешла к тогда директору Московского зоопарка Максиму. Ой, Алматинского зоопарка Максиму Дмитриевичу Звереву. И вот он написал много художественных произведений, очень интересных, вот именно там, про, именно вот о том, как они шли на верблюдах, как там верблюда не привязали, ну, absent-minded professor, естественно, забыл привязать верблюда, верблюд как бы потеряли несколько дней и так далее. И вот, вот это вот все открытия, как бы, вот это первооткрывательство, заново открываем, это вот такой эссе с начала 30-х годов, и он, конечно, связан тем, что нашли же руду, и это надо было там искать как бы места оседлости, то есть надо было искать, как жить. Это вот наша источниковая база, архивы Академии наук, архивы ЦК Компартии, мемуары академиков и так далее. Так, ну вот для развития Академии, конечно, военный период так сыграл огромное значение, потому что сюда было передислоцировано много, но в то время уже Академия была такой очень мощная институция в Советском Союзе, как бы была четкая иерархия при эвакуации, хорошо эвакуировали, там были очень хорошие зарплаты, допустим, наш известный академик Бекмаханов ушел заместителя министра просвещения республики, да, на аспирантом, у него была зарплата выше, чем он, как, да, в принципе, зарплата даже, стипендия аспиранта была выше, чем у министра, то есть как бы был очень такой статусное место. И потом вот в концу, к позднесоветскому периоду появляется уже вот этот вот эссес такой чистой науки, что вот нужно, это место карьеры, это вот где такой ivory tower, да, как на русском. Да, башни слоновой кости, вот типа как американские великие университеты, где человек приходит, и он как бы освобожденный, он занимается только наукой, и вот это вот все ритуалы и так далее, вот это вот rigorousness и так далее. И вот как все, как получилось так, что пришлось, в 96-м году Академия перестала быть государственной организацией, потому что, ну, если быстро ответить на этот вопрос, что как бы наше государство уже, которое маленькое, у которого нет военно-промышленного комплекса, оно как бы не могло поддерживать такую большую, мощную институцию. И особенно потому, что они как бы искали такого более прикладного, такой прикладной деятельности для, опять, для народного хозяйства. До этого академики постоянно отвечали, нет, мы здесь занимаемся фундаментальной наукой, мы это самое, мы вот здесь вот произвели столько-то трудов, и как-то вот Назарбаев пришел, и первый президент Назарбаев пришел и сказал, что вот, признавая исключительную важность фундаментальных исследований, я должен заметить, что у нас чаще всего о них ведутся лишь разговоры,
Ими нередко прикрывают откровенную бездеятельность, творческую несостоятельность и непонимание реалий дня. Ни одного нового фундаментального исследования Академия наук, как это ни парадоксально, в последнее время не предложила. И при этом многие ученые считают ниже собственного достоинства заняться конкретной работой, связанной с подготовкой средних краткосрочных программ для производства. Ну, то есть в начале 90-х, в середине, даже в конце, то есть стояла задача вот как-то связать Академию наук с этим, с народным хозяйством, с остатками военно-промышленного комплекса, Байконуром, Ульбинским комбинатом, Усть-Каменогорским. Академия наук, она как бы на этим не заведовала, не могла это взять, как бы, ну и как-то управлять этим даже. И в этом плане как бы показала свою некоторую вроде, ну, что ли, бесполезность для нового государства. И вот что происходит тогда, то есть получается, это как бы место разрыва, но это не совсем место разрыва, потому что идет меморизация, и что важно, идет вот эта музеификация Академии наук, там 5 музеев, там все это, как бы люди туда ходят, это прекрасное знание. И мы все это помним как вот место науки, главное место науки, где делалась правильная наука, чистая фундаментальная наука. И вот, в 2012 году музей посетило 100 тысяч человек. Для Алматы, я считаю, это очень хороший этот. И вот меморизация, особенно интересно, вот есть такая статья еще, опять у Михаила Соколова, у него называется «Shameless and Forgotten». Это про советских социологов, которые все знамениты, но их никто не цитирует. И вот Камыш Сатпаев, к сожалению, вот он такой очень знаменитый, у него памятников больше, чем у Назарбаева на сегодняшний день. И все как бы мы его, то есть мы его помним, мы его героизируем, но, к сожалению, мы не читаем и никогда не цитируем. И это не только Камыш Сатпаев, это про многих академиков. И вот получается такой как бы опять разрыв, да, но разрыв, который мимикрирует под преемственность. Ну вот на этом последний я закончу. Последний слайд, да. Баян-Аули. Еще вот такая версия. Ага, да, в Баян-Ауле. Это тоже такой тип memory, когда люди сами ставят себе такие знаки, там указано, что вот кандидаты наук, доктора наук, потом там Келлен, да, то есть вот она тоже вот имеет отношение к этой семье. То есть у нас происходит меморизация учености как, ну, некой социальной, ну, как некого социального достижения. Все. Thank you very much, Алима и Клушат. I'll try to break the stereotype by enjoying material comfort more in the future. Our final presenter for this session is Uyama Tomohiko, who is a historian of Central Asia based in Japan, and he is the author of a number of studies on the revolution of 1916, 1917, as well as more contemporary changes in Central Asia. So he's going to present via Zoom. Thank you, Curtis. Do you hear me? Karikin, кроме достар, эрптистер, я очень сожалею, что он не смог приехать в Астану, непосредственно общаться с вами. И я также хочу принести извинения за то, что заблаговременно не смог подать текст доклада. В последние месяцы я был сильно занят разными делами, в том числе и комментированием ситуации в России и Украине. Я являюсь не только историком, но и политологом. Ну что ж, хочу начать свою презентацию на английском. Кстати, у меня тоже не было времени подготовить PowerPoint, так что я просто буду показывать текст. Researchers have spoken extensively about the importance of knowledge in imperial and colonial rule, as well as the role of local intellectuals in transmitting imperial knowledge to the society. The role of intellectuals in collecting local knowledge and studying their own society by using modern academic methods is also well known.
the Kazakhs had an especially rich tradition of prominent scholars who studied Kazakh culture, beginning with Shokan Polikhanov. However, Kazakh intellectuals in the late Tsarist and the early Soviet periods did not only study the Kazakhs themselves, but were also interested in the cultures and societies of other peoples of the world, as well as in natural science. Suffice it to recall that Kazakh intellectuals with university education at that time studied either law or natural science. To name but a few examples of people who studied natural science, there Alihan Bokirkhanov, Khalil Dosmakhamedov, Alimkhan Yermekov, and Kanush Statpaev, whom Aliman has just mentioned. The purpose of this paper is to examine what knowledge Kazakh intellectuals of the late Tsarist and the early Soviet periods had about other peoples of the world, as well as about nature, and how this knowledge influenced their political and social activities. Among foreign cultures, Kazakh intellectuals most often mentioned Russian and then Western European cultures. They often urged people to learn the Russian language and culture, but they were aware that most of the progressive elements worthy of learning from Russians came from Western Europe. They knew that Russia was lagging behind other European countries in economy, culture, and democracy. Some of them compared various countries of Europe and called Britain, France, Germany, and Austria advanced countries in science and technology. And specifically, Alihan Bokirkhanov often focused on Germany, where parliamentary politics was less developed than in Britain and France, but still politics functioned more democratically than Russia. And he also thought that there was no country in history that had been so rapidly developing as Germany. Thus, Western Europe was the standard by which Kazakh intellectuals critically assessed the situation in Russia. And although it was not easy to directly apply Western models to Kazakh society, they sometimes referred to them to justify their visions of reforms or conservation of their tradition. Kazakh intellectuals also keenly observed international relations in Europe. When the Second Balkan War broke out in 1913, as a result of a split between the Balkan Slavic countries, Bokirkhanov called the split dog's friendship. So he often used such words as Europeanness, Christianity, pointed out ironically with irony that European countries boasted real culture of Europe, but in fact they can hardly justify what they do in the 20th century, that is their warlike attitude. So, in passing, I also want to point out that Kazakh intellectuals were among the first in the world to use the word World War, because the news of the magazine ICAP pointed out that the war was not simply an European war, but was joined by the armies of Japan and British and French colonies. So this was a world war. And
Kazakh intellectuals criticized European countries not from the position of anti-Europeanism, but because they knew the spiritual value of European culture and were concerned over the discrepancy between it and inhumane power politics. So Bukhanov, for example, praised the bravery of the American millionaire Alfred Vanderbilt, who gave his life to rescue women and children from the British liner Lusitania, shot by a German submarine, as a pride of the Anglo-Saxons. And observing international relations in Europe, Kazakh intellectuals learned the hierarchical structure of the world and realpolitik. Although they were critical of warlike behavior of European countries, including Russia, once the war began, most of them cooperated with Russia's war regime. Later, during the Russian Civil War, the Alash Orda negotiated with the Bolsheviks and the white governments to obtain recognition of Kazakh autonomy while being aware of the Bolsheviks' brutality and the white army's Russo-centrism. Their behavior corresponded to the perception of power politics they learned from international politics in Europe. Kazakh intellectuals were interested not only in Europe, but also in Asia, especially Japan. The Russo-Japanese War greatly interested Kazakhs, and Mirza Kudratov, in his collection of poems, When Kazakh, Awake Kazakh, wrote a poem in which he compared the Tsar to a brutal lion who tormented smaller animals, but were defeated by short but energetic animals living elsewhere, that is, Japan. The editors of the newspaper Kazakhs called Japan the most powerful country in Asia, and they critically described the yellow peril discourse. Kazakh intellectuals sometimes overvalued the fairness of Japanese politics. The lawyer Remjan Marsikov, mentioning Japan as one of the advanced nations, argued that nations given freedom of speech and association would progress and become rich. According to him, Japan was precisely such a country. Young intellectuals such as Sota Mahmud Praykhurov, Mukhtar Awezov also wrote about Japan in a very positive light. Generally, Kazakh intellectuals saw in Japan a model of rapid development of small Asian nations, including the Kazakhs. This model was so attractive that they didn't pay attention to negative aspects of Japanese modernization, especially Japan's rise as an imperialist country similar to European ones, and its difficult relations with East Asian neighbors. Apparently, such a romantic view of Japan directly influenced the Alash Orda's foreign policy. The Alash Orda's official position was to strive for autonomy within the federal state of Russia in cooperation with other political forces in the country, and almost nothing has been known about its relations with foreign countries. However, Japanese documents we recently discovered show that Marsikov, who visited the Japanese Consulate General in Vladivostok in January 1919, asked Japan to recognize the Alash Orda and requested arms aid. He expressed the Kazakh desire to build an independent state together with neighboring Muslim peoples in the future, making Asia for Asians,
and hoped that Japan, as a developed country in Asia, would assist them. The Japanese government, however, didn't accept Marsilkov's request because, first, the Kazakh state was outside Japan's sphere of interest, and second, Japan had decided to support the Kochak government's efforts for unification and reconstruction of Russia. The Kazakh intellectuals' knowledge of Japan was insufficient and so beautified by their admiration for the developed Asian nation that they failed to see that Japan, like the European nations, was acting with the logic of geopolitical power politics. And the final part is about scientific knowledge. When Kazakh intellectuals wrote about merits of knowledge and science, they often referred to technological achievements, including trains, electric lights, telegraph, and so on. Among diverse sorts of knowledge of science and technology Kazakh intellectuals were interested in, the most urgently needed knowledge for the life of the Kazakhs was that of medicine, and particularly of infectious diseases, such as pest, typhus, trachoma, tuberculosis, smallpox, and so on. As enlighteners, Kazakh intellectuals promoted teaching many subjects, but before 1920, they succeeded in publishing only a small number of teaching and popular reading materials. And after they began to work under the Soviet government, they wrote textbooks on various subjects or translated books on zoology, translated books from Russian. Because many of them didn't indicate their sources, it is not very clear what scholars, Russian and foreign, they read. It seems that literature they directly relied on was mainly popular scientific books published in Russian, not necessarily written by specialists. Nevertheless, it is evident that they knew the works of a wide range of Russian and European scholars. Giuseppe Aimautov, in his psychology book, cited a large number of German, British, French philosophers and scholars of other specialities. Mukhanov wrote articles about the French chemist and microbiologist Louis Pasteur, the Russian Ilya Mechnikov, the Scottish William Ramsay, and so on. In general, Kazakh intellectuals shared trust in the power of knowledge. And the editors of the Kazakh newspaper wrote, "Everything that amazes us today has been discovered by science. Science makes people fly like birds in the sky and swim like fish in water." At the same time, at least part of them were aware that science was a double-edged sword. Bokhanov, in his article named "The Power of Knowledge," stating that it was knowledge that won World War I, described that destructive power of aircraft, artillery, poison gas, and biological weapons. He pointed out that there is no good or evil in knowledge, and that by inventing such weapons, Europe proved the words of Dostoevsky that man is the most sworn animal. In conclusion, I would like to re-emphasize that we should not see Kazakh intellectuals in a narrow nationalist frame. Even though their knowledge was limited and they were on the periphery of the intellectual world of their time, they were willing to learn about the diverse cultures and societies of the world and the nature, making them members of a cosmopolitan intellectual world. Their movement to advance the interests of the Kazakh people was also based on and directed by such universal or diverse knowledge.
Thank you for all your attention. Thank you very much. And now we turn to Gulmira Sultangaliyeva from Kazakh National University, Imani Al-Farabi, who will discuss the papers. Thank you. Уважаемые участники конференции, разрешите представить мне свое видение докладов на этой сессии. Представленные доклады данной сессии обращают внимание на ряд моментов. Предложенный докладчиками подход к изучению интеллектуальных процессов не был ограничен только идеями, учениями или теориями, а погружен был в исторический контекст возникновения знаний, изменений в интеллектуальной жизни. Второй важный аспект, который я хотела подчеркнуть, это то, что в их докладах, что в свое исследовательское пространство они включали процесс распространения знаний как в синхронном, так и в диахронном измерении. На самом деле докладчикам сегодня были представлены междисциплинарные исследования, включавшие анализ жизненного пути отдельных личностей, в частности, востоковеда Даржи Банзарова в докладе профессора Николая Церемпилова, и академических изменений и процессов в сфере гуманитарного, не только гуманитарного, в целом казахстанской науки, профессора Алима Абисенова и Гульшат Медеева, и формирование знаний о европейских и азиатских странах казахской элиты начала XX века в контексте социально-интеллектуальной истории и микроаналитических подходов новой культурно-интеллектуальной истории профессором Тамахико Яма. Профессор Николай Церемпилов представил нам траекторию жизненного пути так называемого колониального интеллектуала бурята Даржен Банзарова на разных ее отрезках, возвращая нас к необходимости последовательного сопоставления результатов его деятельности в разных интеллектуальных контекстах, включая оценку его деятельности сибирскими областниками, которые провели параллели деятельности Чуканова, Алиханова и Банзарова, оба оказавшие, эти два интеллектуала, которые оказали определенное влияние и развитие культурному, содействовали культурному росту местного населения. На самом деле деятельность Даржи Банзарова была типична для инородца, получившего образование, ставшего чиновником российской службы и пытавшегося изменить, возможно, положение, состояние своего народа. Можно назвать имена таких деятелей, вот и казахской степи, я просто могу провести параллель, которые жили в одно время с Даржи Банзаровым и наряду с Чуканом Валихановым, такие как Салих Бабаджанов, Сейтхан Джантюри, Мухаммедгали Теокин, которые тоже являлись чиновниками Российской империи и опубликовали свои работы на страницах русских журналов. Да. Ну, и очень мне понравилось, как профессор Церемпилов представил, как воспринимался Даржи Банзаров в народной памяти и как идеализировалась эта фигура, наделялась позже со временем по определенным ореолам, и как в советский период изменилось вот, восприятие деятельности Даржи Банзарова от национальных деятелей Бурятии 20-х годов 20 века, когда шел процесс нациостроительства, до советских идеологов. То есть от политизированного взгляда до детального в последующем изучения его биографии и характера деятельности. На самом деле Николай Церемпилов показал хорошо смену поколенческих парадигм, инерцию мышления, размытость грани между смежными дискурсами, субъективность анализа и опасность некритического подхода к источникам. И действительно, даже Назаров был и остается знаковой фигурой в истории нашей страны и Бурятии тоже. И в связи с этим хотел бы ряд вопросов. Да? Будучи интеллектуалом в свое время, имел ли даже Банзаров влияние на власть? Предложены ли были им проекты по изменению и улучшению положения своего народа в Российской империи? И попал ли, вот здесь вот я хотела Алима Абисенова, здесь рядом с нами, да, попал ли он в ловушку колониальной мимикрии, которая хорошо была представлена вот, по отношению к казахским интеллектуалам, в статье Алима Абисенова совместно с Сосель Мукашевой, колониальные интеллектуалы между просвещенческой и просветительской ролью. Есть ли факты, что региональная администрация использовала знания Даржи Банзарова для усиления своего влияния среди местного населения?
В докладе Алимы Бесеновой и Гульшат, профессоров Алимы Бесеновой и Гульшат Медиовой предпринята попытка рассмотреть историю становления и развития УПАДКа Академии наук как центра научных исследований. Этот доклад дает нам возможность осмысления не только текущего состояния Академии наук, но и то, что было сделано предшественниками, и как было конфигурировано исследовательское пространство, и как оценивалась их деятельность, как виделось ими. А вот на самом деле они нам показали, как, каким образом развивался в динамическом плане. Да? И здесь поднимается и такой вопрос в контексте изучения интеллектуальных традиций. На первый план выходит проблема глубины вот исторической ретроспективы, начиная с 20-х годов, середины, да, 30-х годов, ваш доклад. Определение границ в процессе становления направления деятельности Академии наук. И ими определен разрыв вот, в институциональных процессах и утрата знаний, которые проходили не только между сменой формации, это очень хорошо у вас в докладе показано, но и внутри одной академической институции. И второе, на что обратили внимание авторы, это существование противоречий между различными периодами. Отсутствие преемственности для Академии Казахской ССР, особенно в контексте, когда вы идете у вас сравнение с Советским Союзом, ССР, Академия ССР, которая не признавала предыдущее поле знания, а видела себя лишь в качестве первооткрывателя и первопроходца. На самом деле тенденция существует и сегодня, к сожалению, да, и она сохранится, в этом, может, проявилась и преемственность. Сегодня у нас новый этап развития, так скажем, НИИ, да, Академии наук, которые вошли в состав ведущих университетов, но реального слияния не произошло. Ну вот, например, я как КАЗНУ, мы знаем, что Институт истории находится при историческом факультете, как бы он, кадры вошли, считаются членами кафедры истории Казахстана, но реального слияния нету. И это не только на гуманитарную, я знаю, естественно, на научных факультетах такая же картина. И в связи с этим вот вопросы, каковы перспективы вообще развития казахстанской науки, которая утеряла свое партнерство, да, с государством и обществом в новой постсоветской реальности. И сегодня мы можем только видеть большие вызовы, и это связано с глобализацией, которая проявляется во взаимосвязи, взаимодействии национальных, региональных и мировых научных школ. И здесь вот каковы на самом деле перспективы. И вот второе, что вы подчеркнули, что сейчас Академия наук превращается сейчас только как память, да, о том, что она была когда-то центром науки. А возможно ли сегодня изменение этого состояния? Почему? Потому что мы знаем, сейчас правительство, и МОН выделяет ежегодно финансирование, да, на самом деле объявляется различным, не только на грантовое финансирование, но и постдоки, например, мы сейчас вот пошли, да, отдельно, раньше ведь это были единицы в университете, а сейчас идет целое такое, возможно ли, Надежда, и вот и в связи с этим кадровый вопрос, каким образом, и сохранились ли кадры, и вот этот переход подготовки на PhD, реально ли мы готовим вот, исследователей, которые могли бы сделать прорыв в науке и действительно выйти на такой мировой уровень? Ну, может быть, я вот в связи с этим Назарбаев университет, один из центров. Вчера, когда мы беседовали с профессором Николаем Церемпиловым, я была очень рада, что студенты этого университета попадают в ведущие университеты мира, да, в частности, вот Гарвард, Ельский университет, и получают знания. И это вот, возможно, есть какая-то перспектива развития, вот, именно вот академического развития, это я имею в виду. Третье, это в докладе профессора Тамахи Кауяма на основе статей, опубликованных на странице газеты «Казах» и журнала «Айкап», рассматривается вопрос, как оценивалось ими развитие европейских стран после Первой мировой войны, Балканских войн. И он приводит, в частности, фамилии Дулатова, Ахмед Байтурсунова и так далее, что они отмечают, что это развитые страны в науке и технологии. И вот здесь очень четко профессор Уяма проводит, что да, они отмечают, что это развитые страны, европейские страны как развитые, но не Россия. И вот здесь вот, что они увидели это разъединение, увидели уровень Российской империи, и через сравнение они могли бы обратили внимание на вот очень такой важный момент, место Российской империи в мировом пространстве. Из азиатских стран он выделил Японию, это после русско-японской войны, и тоже это как он приводит в своем докладе, что Марсеков отметил, что это одна из, Япония, это одна из развитых народов, которые могут являться примером для
тоже азиатов, казахов, да. И вот здесь вот, да, вот что казахские интеллектуалы не замыкались на изучении только истории России, но и понимали, что лучше знать и понимать тенденции в мировом пространстве. И отсюда будет ясное понимание, да, место Российской империи в мировом пространстве, что... И второе очень важное, вот на что он обратил внимание, что казахские интеллектуалы через периодическую печать распространяли знания среди казахского населения о европейских странах. И это тоже дает возможность образованному казаху прочитать эти газеты, статьи и видеть вместо своей страны, да, своего народа в этом мировом пространстве. И вот здесь я такой вопрос профессору Тамахи Кауяма. Такие же тенденции мы знаем, что проходили среди татарских интеллектуалов, да, через газеты «Вахат», «Шуру». И можем ли мы говорить о влиянии татарских интеллектуалов на казахскую интеллектуальную элиту? Ну, мы знаем, что было влияние, да, но вот именно в этом ракурсе. Или же это был взаимообмен информацией в начале 20 века, и они представили свои интересные статьи. И возможно ли знание казахских лидеров о уровне развития науки, технологии в начале 20 века оказало влияние на процесс создания вот ими Алашарды, политического устройства, да, как, каким образом они воспринимали? Вот мои вопросы такие. Thank you, Professor Sultangaliyeva. So in contrast to previous panels, which we're scraping by with no time, we have an embarrassment of riches, and we have so enough time for the panelists to maybe give 5-minute responses, and then we'll take some questions from the audience. Can you switch off the mic? Okay. Should I start? Спасибо большое, Гульмира, за очень обстоятельный анализ наших работ. Что касается вопросов, первый вопрос, имел ли Банзаров влияние на принятие каких-то там властных решений, и связан с этим вопрос о колониальной мимикрии, о том, как власть использовала его знания, и, возможно, даже его авторитет среди, то есть авторитет даже Банзарова среди бурят в своих целях. Ну, Банзаров был чиновником низкого ранга в администрации, но в связи с тем, что это был единственный сотрудник иркутского генерал-губернаторства бурятского происхождения, Николай Муравьев-Амурский, который в те времена был генерал-губернатором иркутским, очень ценил Банзарова и всячески ему покровительствовал. Я не могу сказать о том, что Банзаров мог иметь какие-то прямые рычаги влияния на принятие решения Муравьевым. У меня просто нет на это данных. Но то, что касается использования власти и его знаний, его авторитетов, это несомненно. Парадоксально, что в бурятской среде Банзаров напрямую ассоциировался с империей, то есть он представлял собой Российскую империю. Банзарова часто посылали, поручали дела по расследованию должностных нарушений среди бурятских тайшей, да, то есть администраторов степных дум. И он зачастую выносил довольно суровые решения. И вот этот образ империи, он зачастую ассоциировался с Банзаровым во многих случаях. Это даже привело к слухам о там, непосредственной связи Банзарова с царем, о том, что вот он действует непосредственно там, от имени царя. Есть легенды о том, что эти легенды собирались, особенно в 20-е, 30-е годы ученые записывали, да, что люди говорили, там еще были живы люди, которые помнили Банзарова там, среди старожилов. И Банзарову приписывались сверхъестественные способности, что он там умел мысли читать, что он умел открывать клады. Возможно, это связано там, с открытием какого-то археологического объекта, о которых у нас сведений нет, но там,
циркулировали идеи о том, что вот Бадзаров там нашел какой-то сундук с древними кладами, да, и после этого приехали русские солдаты, и этот там сундук увезли куда-то в Петербург. То есть, да, в бурятской среде Бадзарова героизировали, но при этом он ассоциировался с империей. То есть он был, по сути, одним из лиц империи. Это тоже довольно интересная вещь. Но и власти, конечно, намеренно использовали его авторитет в бурятской среде для расследования наиболее сложных и запутанных дел по злоупотреблению власти, там, взяточничество, как я уже говорил, среди бурятских ученых. Вот такие сложные взаимоотношения. Спасибо большое за вопросы. Первый вопрос по поводу глубины смены, то есть как мы исследовали вот эту глубину. Мы используем такой концепт, концепт-метафору, он называется «Серая зона Академии». И как бы так, вот в первом докладе, который в первой секции у нас был, Зориш Сактагановой, там была такая фраза о том, что командированные большевики приезжали, а у нас есть вот командированные ученые, да, то есть это тоже наши респонденты говорили, например, 4000 командировочных за летний сезон только вот приезжало в Академию наук, и вот мы считаем, что почему сама наша Академия наук была таким колониальным продуктом, потому что она выполняла роль вот этого хоста, да, то есть она не всегда, не с самого начала воспроизводила собственную какую-то повестку, а большей частью, ну, просто использовалась как какой-то местный институт. Отсюда каковы же у нас перспективы развития казахстанской науки, анализируя все эти реформы, которые произошли после того, как Академия наук потеряла статус государственного учреждения, перешла в формат общественного объединения, анализируя роль того или иного министра. То есть у нас вот был, ну как бы, поскольку мы с Алимой этой темой давно занимаемся, у нас есть еще такой большой блок, который не вошел вот в это, именно конкретно в эту статью, но как происходило реформирование, и начиная от роли Айбель Сеидова, то есть человека, который был внешним, то есть он приехал из Москвы, он был очень успешным ученым по радиолокационным каким-то таким технологиям, да, то есть лазерным, да, то есть, и он был в конфликте с местными академиками, и они, ну, как бы вступали в такие достаточно сильные противоречия, а он как раз вот пытался провести вот эту такую прикладную линию, а академики приносили свои талмуды и говорили, нет, вот мы великие, ну, потому что вот мы уже гениальные, да, то есть наша наука же Настафьевна написала. И поэтому вот когда вот мы анализировали деятельность министров, мы обратили внимание, что основной тренд, он свелся к тому, что изменился характер финансирования. Если в советский период наука финансировалась все-таки у нас за счет военно-промышленного комплекса, за счет средьмаша, тяжмаша, да, то есть и куча таких проектов, как атомный проект, космический, целина, бактериологический, то вот сейчас, ну, как бы, начиная с 90-х годов, середины 90-х годов, у нас наука финансируется от такого подушевого, да, то есть от грантового, то есть это вот это постепенно, главное, чтобы мы окончательно не растеряли наших ученых, и отсюда идут вот этот постоянный разговор про то, что раньше наука была наукой, а сейчас вот мы с трудом справляемся. Соответственно, в отношении тех решений, которые были приняты, например, отказ от степени кандидата наук, доктора наук, переход на PhD, то есть мы последовательно видим, вот вплоть до этого года мы видели последовательно, как будто в Министерстве науки, в Комитете науки сидит человек, который помнил 90-е годы и вот эту принципиальную позицию, что нужно высвобождать науку от, ну, военно-промышленного ореола какого-то, все равно мы не можем найти столько денег, да, то есть, которые раньше давал Советский Союз на науку, значит, мы должны как бы, ну, идти другим путем. До сегодняшнего года, то есть до текущего года, а в этом году, когда вдруг всплыло, что мы реанимируем Академию наук, ну, для нас, да, это очень кажется странным решением, потому что на самом деле там нечего реанимировать, да, то есть самой Академии наук принадлежат 3 кабинета. Вот в этом гигантском здании это кабинет Журинова, да, то есть его приемная, ну, может быть, там еще есть какие-то такие небольшие территории, как дом ученых, и, ну, в таком роде. А так, по сути, ну, у нас все-таки была последовательно продвигалась линия о том, что мы должны изменить характер, ну, вот воспроизводства знания.
Хорошие или плохие у нас PhD, ну, мне кажется, что даже лучше, чем кандидат. Можно я чуть с надеждой закончу о том, что, в принципе же, взяли, изменили же несколько сейчас, наши институты финансируют же, и что вот я как член научно ННС, да, я там вижу, что финансирование увеличивается на науку, в принципе, и вроде бы пробили, комитет науки пробил вот несколько институтов, что они будут полностью финансироваться, вне зависимости от грантового финансирования, будет постоянное финансирование. Зарплата. Зарплаты будут постоянные, как бы. Вот это, наверное, какая-то реанимация идет, и я вот просто вижу, что очень много грантов уходит в научно-исследовательские институты Академии наук нашей. Ну, это просто несравнимо с космическим проектом, деньгами, да, то есть атомного проекта или каких-то иных других проектов. Спасибо. Спасибо, Гримя Салмичановна, за очень интересный комментарий. Действительно, влияние татар на казахов, казахскую интеллигенцию – это важная тема. И это влияние было особенно важным за несколько лет, в течение нескольких лет после революции 1905 года. Потому что тогда и казахи пытались издать свои газеты, но им удалось опубликовать только 2-3 номера. И многие читали татарские газеты, журналы, особенно «Вакт Шура». И, в частности, Мирзияков Дулатов, в его книге «Оян Казах», «Проснись Казах» можно проследить довольно большое влияние татарского языка, а также различные идеи татар. В частности, он предложил реформировать иерархию мул, мусульманских священнослужителей, по модели Арамурского магометанского духовного собрания. Но позже, то есть такая ситуация, по-моему, продолжилась, по крайней мере, до 2011 года, когда журнал ICAP начал публиковаться. Но в этом журнале тоже казахи часто писали схожие идеи с татарами. Они с большой симпатией относились к татарской интеллигенции. Но потом, в 2013 году, газета «Казах» началась издаваться. И уже тогда многие интеллигенты, особенно Бакыханов и его соратники, начали писать, что татары не всегда хорошо понимают ситуацию казахов. И Дулатов тоже написал, что когда он написал «Оян Казах», он был подвергнут влиянием татар, язык был слишком татаризирован, и он уже по-другому начал мыслить. И вообще, и позже мусульманской фракции Государственной Думе и движение за автономию в 2017 году
государственном совещании в Уфе в 18 году казахи и татары вместе работали, но часто стояли на разных позициях. То есть, ну, конечно, всегда был взаимообмен информацией, но позиции не всегда совпадали. Спасибо. Спасибо. И сейчас у нас время на вопросы. Тори, сначала дам голос этому человеку в черном. Спасибо большое. Игорь Крупко, старший научный сотрудник Центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО. Я тоже завтра выступаю. Вот. Я хотел поблагодарить Алиму Бесенову и Гульшат Медова за прекрасный доклад. И хотел маленькое дополнение, если можно. Вот в этом докладе действительно, ну, я просто тоже как бы не сторонний человек, потому что проработал в этой самой Академии наук. Сейчас не работаю, но проработал там достаточно, чтобы ситуацию эту изнутри видеть. Вот. Я думаю, особенно многим понравилась в этом докладе цитата Назарбаева про вот то, что нету, ну, говорят они, ученые, про свои фундаментальные науки, а на деле все превращается в пустословие. И действительно, вес этим словам придает фундаментальное образование, полученное Назарбаевым, ну, семилетка школы, которую он закончил, и ПТУ. Вот. Поэтому, конечно, слова ПТУшника об этом много говорят, много значит. Но я не об этом. Я о том, что была еще одна причина, вы, наверное, знаете об этом, еще одна причина закрытия этой Академии наук, а именно то, что в начале 1994 года состоялись выборы, и Назарбаев продвигал своего кандидата Жолдасбекова, а академики, и тут опять родовой принцип срабатывает, который вы блестяще проанализировали в другой статье, я не помню, как называется, но вот в НЛО, кажется, или в Абимперио. И там сработал тоже родовой фактор. Жолдасбеков не прошел, а академики выбрали своего из среднего ЖУЗа Сагадиева. И вот так как Назарбаеву как бы не подчинились, против него пошли, он прикрыл Академию наук. То есть это был еще один из факторов. Вот такое дополнение. Может быть, вы знаете об этом? Вот, хотел... Спасибо. Мы брали интервью у человека, который не разрешает нам оглашать его данные, но этот человек, который по поручению АПЫ занимался развалом Академии. И он нам это описывал поэтапно, как академики совершали... Ну, вот, то есть они мобилизовывались, они находили какие-то аргументы, потом приходил Назарбаев, да, то есть вот так тут лежали такие талмуды, да, то есть он просто вот так брал, хватал, ну, кидал, и пыль летела, да, то есть он говорит, вот все, что вы можете мне предложить, а там Зиманов, Абдильдин наш, да, то есть у них уже у всех сценарий, как они будут отвечать, еще что-то. И этот человек, то есть, ну, сам стал жертвой, вот, ну, как бы, вот этой своей работы. И он нас очень просил, ну, как бы, не упоминать его, да, то есть поэтому мы руководствовались его, ну, первоначальным рассказом, а потом уже, когда мы работали с материалами, вот есть такая газета, которая называется «Наука Казахстана», которую вот как раз и придумали вот для того, чтобы, то есть ее не было в советский период, она вот была вот в этот достаточно короткий период, ее Абельсинитов придумал. И вот в ней прямо, вот, знаете, вот ее можно анализировать, все слабые места казахстанской науки. Например, про ядерный полигон, да, то есть что испытания происходили, а руководство страны даже, ну, не ставили в известность о том, что сегодня будут испытания. То есть там множество разных таких факторов. И также это факторы, вот, которые касаются того, что как обменяли, например, атомный проект, да, то есть обменяли на инвестиции, инвестиции и как пытались сработать на космическом проекте. То есть мы брали интервью и у академиков, и тех людей, которые продолжают работать в академии, и работали с документами. То есть, и поэтому мы видим, что вот этот, ну, как бы более легкий вариант ответа, который вы сейчас, ну, представили нам, да, то есть за ним все-таки стоит большая экономическая проблема, что не было никаких финансов на ту науку, чтобы, ну, опять ее вот так в таком виде поддерживать. Ну, я хотела бы добавить, как бы, вот ваш вопрос, про фундаментальные, мне кажется, вот общая канва у меня была наука для науки, наука для государства, и вот
Гульмира тоже спрашивала развитие. Мне кажется, вот в будущем уже не будет вот этих ivory tower. Как, то есть не будет вот этих статусных этих, которые будут говорить про свою фундаментальность. Нам надо доказывать обществу и государству свою полезность. И вот это вот грантовое финансирование, при всем при этом, там ты доказываешь свою полезность. Вот в чем ваше обоснование, потому что как бы вот, ну, такого как бы, что ты зашел туда, как я сказала, МНС и вышел академиком, и ты все это время там решаешь уравнение математическое, которое может быть важное уравнение, я ничего об этом не говорю, но как бы вот это вот все нужно как бы обосновывать для финансирования. Мне кажется, в этом, наверное, есть некоторая справедливость, но... Конечно, с этим можно не соглашаться. Можно. Конечно, мы хотели бы иметь кучу денег на наши исследования, не преподавать, и чтобы нас освободили вообще от остальных обязанностей, конечно же. Ну, это мое желание, но мало ли чего я хочу. А можно здесь в связи с этим спросить? Вот коммерциализация, да, следует. Вот в гуманитарной сфере, как вы видите? Ну, в гуманитарной сфере, может быть, все уже забыли, но, в принципе, был идеологический запрос, и все как бы историки, и философы, как-то все же, они, может быть, забыли, но они занимались как бы обслуживанием идеологии государства, да, когда-то. Конечно, это сейчас мы в некотором роде осуждаем, и это, но мне кажется, есть какие-то проблемы в этом, в котором... Ну, в принципе, даже сейчас можно отметить, какие у нас сегодня самые эти, допустим, по истории запрос, да, вот тот же самый, он отсутствует, мой коллега Жаксылык Сабитов, да, то есть, казалось бы, это... от самого народа идет запрос вот на эти исследования, да, которые это самое. Сначала он их проводил буквально кустарно, то есть люди сами собирали своими деньгами, сейчас, конечно, на это пошло большое государственное финансирование, потому что государство увидело, что общество это интересно, то есть вот эти все эти генеалогии, это, их связь с историей и так далее. Но через некоторое время. То есть мы должны доказывать, как бы, чем мы полезны. Не обязательно на каком-то, конечно, наука, она же более долгосрочная. Вот будут ли, допустим, чей-то труд читать через 50 лет? Вот мы видим, что академиков, ну, я, может быть, я несправедлива к Сатпаеву, но я не геолог, не это, но у нас же есть академики известные, но которые по философии мы знаем, они известные, мы их празднуем, но цитируем ли мы их? Камила. Thank you. Спасибо всем большое, было очень интересно. Мой вопрос также, профессор Бесенова, к вам. Касательно героизации героев, колониальных интеллектуалов, так скажем, да? Я вот вспомнила про эссе Зауреш Сактагановой, профессор Зауреш Сактагановой, из книги «Живая память», вот как раз вот с авторством профессора Акулова, насчет истории одного письма, да, про донос на Канышева Митайловича Сатпаева. Но, тем не менее, вот тезисы, да, о том, что это все-таки как один из членов колониальной интеллигенции, да, это колониальный интеллектуал. У меня вопрос больше такой, почему мы все еще героизируем колониальных интеллектуалов? Вот как, какой вы себе для себя ответ видите? Почему мы других не цитируем? Почему только Сатпаев на подмостках проявляется? Ну, конечно, нужно цитировать больше, наверное, может быть, в принципе, вот, мне кажется, историки здесь есть, они больше, и, насколько я помню, там главный аргумент у Зауреш Сактагановой был о том, что, в принципе, люди были репрессированы, но многие из них репрессировали, но в то же время поднялись потом, да, над, то есть они были, с одной стороны, жертвами, с другой стороны, и бенефициарами, то есть это не повлияло, в конце концов, на то, как, на их долгосрочную карьеру, да, и на то, как мы их помним и меморизируем. Но я думаю, что мы героизируем, потому что для нас важны институции, да, потому что вот именно институции у нас постоянно как бы получается же. Вот в чем как бы основной посыл? В том, что где-то вот это само по себе хрупкое, да, это вот знание, как бы храм знаний и так далее. Но вот как происходит накопление, да, накопление происходит через цитирование опыт предыдущих поколений. И поэтому, когда каждое новое поколение приходит, ну, я уже цитирую свою другую статью, и говорит, вот все было неправильно, начинаем заново, вот это вот все кыргызское общество изучения, это неправильно, никого здесь не было, голая степь.
тогда как бы не происходит вот этого накопления, да, и мы остаемся, мы опять бежим за чем-то новым, а вот на свою традицию мы не ценим, да, то, что вот, а когда мы постоянно бежим за чем-то новым, мы не ценим вот эту свою традицию, которая это, то как бы мы теряем, да, вот эту вот аккумуляцию мы теряем, и тогда мы постоянно в роли учеников. Первооткрывателей, да, первый академик, первый женщина-профессор, первый, постоянно первый. Вот хорошо быть третьим, пятым, десятым. Вот это тоже хорошо. Еще вопросы? Павел? У меня два вопроса. Вот первый вопрос к профессору Николаю Церемпилову. Ну, вопрос такого плана. Я только поверхностно знаком с биографией Дорджи Банзарова. Ну, как мне показалось, как бы, вот как вы думаете, вот его судьба, его как бы успех в пределах развития как бы той колониальной системы, колониальной науки, которая развивалась в Российской империи, была больше связана с тем, что он был инородец, и поэтому он не имел шанса на развитие и делание большой карьеры. Или же это были какие-то как бы случайные субъективные обстоятельства? Вот, например, известный случай тоже был такой востоковед Николай Федорович Катанов, да, он был из минусинских татар, и вот он был профессором Казанского университета, вот, и известно, что он, ну, он очень одаренный человек был, говорят, более 40 языков знал, ну, с диалектами вместе. Ну, ему не дали возможности устроиться в Санкт-Петербурге. Вот Платон Михайлович Мелиоранский, который, кстати, казахский язык изучал вот, и был учителем Самойловича, вот, написал отрицательный отзыв как бы, на его вот, работы. И как бы сказать таким образом, ну, как считают исследователи, тоже, по-моему, Джерси, то есть, что это был скорее дискурс о расе, невозможности как бы не увидеть своего человека вот в этой большой науке, то есть инородца и какого-то человека извне. Это проблема в целом как бы людей, которые не могли, грубо говоря, интегрироваться и вынуждены были оставаться на периферии, или мы говорим больше о частных случаях. Вот. И второй вопрос — у меня вот доктору Алимея Бесеновой и профессору Кульшат Медиуловой связанный вот он больше такой формальный вопрос, формального характера. Вот когда мы говорим, что Академия наук была неким вот таким детищем как бы колониализма, и генерация как бы людей с колониальным мышлением там тоже воспроизводилась, потому что там были учителя как бы соответствующие. Вот как вы считаете, есть ли в этом тоже некий искусственный такой, как бы это сказать, абстрактный момент, потому что недостаточно хорошо изучены архивы, например, той же Академии наук. Ну, я, к примеру, вот сегодня некоторые казахстанские ученые говорят вот в частной переписке, что в Москве гораздо больше документов по истории той же самой Академии наук и филиала Академии наук, нежели в самой Алма-Ате. И мы... Вот прошло сколько времени, мы по-прежнему не можем как бы полностью написать, ну я не скажу подлинную историю, а целостную историю Академии наук, а вынуждены писать вот там, как развивалась археология, геология отдельно, еще там какие-то институты, подразделения. Ну мы не можем как бы вот этот пазл сложить и сказать, а вот, вот давайте вот, вот так, вот так, вот так. Ну в целом Академия развивалась вот через систему таких отношений или связей. Вот, спасибо. Ну, в целом, архивы, мне кажется, в Доломордасе, но те архивы, которые были, к сожалению, мы московские архивы не изучали, но в Доломордасе мы видели как бы отчеты вот этих секций первоначальных, это, и, в принципе, там достаточно литературы, ну, так, хотя многие уже жаловались о том, что вот разрыв происходил даже в самой институции, там научные экспедиции приезжали, не оставляли отчет, или оставляли отчеты, потом это, допустим, какой-то был такой большой заповедник Алатау, там был большой научный отдел, 20 человек, как зоологов, и это, потом его закрыли в 51 году, этот, как бы, архив пропал, ну, частично его перенесли в Академию наук, и вот об этом разрыве, ну, тоже пишут сами академические работники о том, что пропадает. И вот с другой стороны, когда я не говорю про колониализм, я говорю про колониальность. То есть колониальные знания — это вот когда все, когда вот местная традиция, то, что было до этого, оно вычеркивается и начинается с чистого листа. И вот это вот, и когда повестка производства знания,
не на самих местах, а где-то в другом месте происходит. Вот это колониальность, это не обязательно. Конечно, шло накопление знания, шло это, но вот это вот именно колониальность, и вот, вот даже вот это первооткрывательство, о котором я говорю, что вот даже историки, и я, наверное, вот мы все гордимся, что мы там открыли какой-то архив, да, вот нашли этот дневник, но его же кто-то написал, да, кто-то там оставил, кто-то это. Ну, то есть как бы мы не, на самом деле, не первооткрыватели этого, кто-то там его сохранил, кто-то это, то же самое, кто-то водил этих людей по караванным тропам и показывал им. Они не были первооткрыватели Бетпахдалы. Ну, то есть как бы вот это вот, я вот против этого вот этоса, который, может быть, даже не столько колониальный, он вообще в целом научный, и он, ну, в некотором роде он вообще универсальный. Универсальная колониальность, такое знание. Спасибо. Вот чуть-чуть добавлю. Мы, когда начали работать, вначале мы брали готовые архивные коллекции. И вот когда вот ты смотришь на готовые архивные коллекции, то там действительно все вот, вот так браворно, да, то есть и все очень формализовано. Потом, значит, мы пытались сами найти, то есть вот эти разрывы. И, по крайней мере, в этой статье мы нашли вот, как минимум один разрыв мы точно нашли между КЕПС и уже, собственно, историей Академии наук. То есть получается, что КЕПС, он был раньше, и, а КЕПС, как бы, ему пришел еще корреспонденты Русского географического общества. И были такие интеллектуальные истории. То есть человек живет у себя там где-нибудь на Алтае. Ну, или вот, ну, как бы на каких-то, вот, ну, в Каменогорске, Семипалатинске. Он является корреспондентом КЕПСа, да, то есть корреспондент вначале Русского географического общества. Потом он начинает выполнять задания для КЕПСа. Потом его премируют и говорят, ты можешь приехать к нам в Санкт-Петербургский университет, да. А потом он уже возвращается тем академикам, который будет работать в Академии наук. И вот мы обратили внимание, что вот в нашей вот такой архивной, ну, как бы архивном фокусе, да, у нас есть разрыв между КЕПСом, историей КЕПСа, да, то есть и тех интеллектуалов, которые на него работали. Особенно это касается, например, казахов, да, то есть потому что потом они стали алашардинцами, часть из них. Вот, вот просто мы нашли вот как минимум вот такой один разрыв. Да, вот, кстати, то, что касается колониальности, то, о чем Алима говорила, мы же можем вспомнить, например, влияние там или выбор Динмухаммеда Кунаева, когда речь шла там о строительстве Алматинской дамбы, и когда он игнорировал мнение местных ученых, там, обращаясь к авторитету ученых головной академии. Там, и то же самое происходило в целинную компанию, Марк Элли, по-моему, выступал у нас недавно и говорил о том, как мнение местных агрономов, как правило, игнорировались в пользу там, мнения столичных агрономов, да, и что привело, кстати, к катастрофическим результатам в конечном итоге. Что касается вопроса Павла, случай с Катановым хорошо знаком, Джерси, да, очень много об этом писал в своей монографии, в статьях. Катан действительно был обижен на коллег своих. Он считал, что он является жертвой расовой дискриминации. И он пытался экстраполировать вот эту свою обиду, в том числе и на Банзарова, говоря о том, что Банзарова намеренно споили русские коллеги, что ему не дали дороги в науке и так далее. Да, это было мнение очень распространенное в те времена среди нерусских ученых, которые к тому времени там стали появляться. Но, на мой взгляд, в отношении Банзарова эта схема не работает. Все-таки Банзаров стал жертвой не столько там, вот этих расовых предрассудков, сколько вот этой такой очень жесткой сословной системы Российской империи, которая не дала ему, к сожалению, там, закрепиться в Петербурге, сделать научную академическую карьеру. Надо отдать должное тому, что коллеги Банзарова делали все возможное для того, чтобы пролоббировать его вопрос о том, чтобы Сенат сделал исключение в отношении Банзарова. Ему искали дружную работу и в Петербурге, и в Казани, писали петиции, письма, просили его оставить там на должности, на различных должностях, в том числе в Казанском университете. Очень много людей было в это задействовано, но в конечном итоге ничего не получилось. Поэтому Банзаров, он не был на кого-то там конкретно обижен, он был обижен в целом на
то, как устроено все в империи. Поэтому, да, вот такой мой ответ. Окей, последний вопрос. Чулдузбек Абулхожин по Zoom хочет выступить с вопросом. Добрый день, коллеги, всем. Приятно видеть многих знакомых. Я не смог приехать. Нет. У меня вот такой вопрос. Калиме Бельсеновой, мы поведем ко всем, ко многим историкам. Вот меня это беспокоит, но не беспокоит, а волнует. Вот 30 лет с 91 года вот этот термин гуляет. Постколониальный синдром, колониальная политика, колониализм. Вот кто мне докажет, покажет хоть одну колониальную политику, классическую, британской империи, даже либеральной империи, французской, бельгийской там и так далее, где бы своих колоний создавали, пусть формальная государственность, систему образования, университет, академию наук, историографию, национальную печать, национальный театр, искусство, культуру, где проходила бы коренизация до 20-30-е годы. Да и потом своеобразная аффирмация была. Нет, мы говорим колониальное, постколониальное. Можно сказать, да, Советский Союз, империя была. Но Терри Марти говорит, что это вообще тоже, правильно, я согласен, нерабочий инструмент. Можно говорить, гибридная империя какая-то, этноцентрическое, этнократическое государство. Но говорить, колониальная политика, это вообще... Ну, приведите пример. Зачем вводить понятийный аппарат науки, это, колониальный? Ведь это здесь подразумевает такую двусмысленность. Были 70 лет колонии, вот сейчас независимы, вот теперь мы сейчас все будем. В истории нет, конечно, там модальности. Как было бы, если бы. Ну что, если была бы там, мы были, допустим, независимые государства. Как пошла бы дальше история? Ну, никто не знает. Черно по России там, ну, как Монголия. То есть это здесь как-то вот идет и идет. Колониальный, после, в чем колониальный? Все. Это провинциализм. Говорят там, что, ну, Алима Бельсенова правильно докладывал, Академия наук СССР курировала. Но это ведь, это поймите, это такой стереотип. Как мы, Назарбаев университет или Алмата, или Астана даже, Астана. Мы как Алмата относились к Джамбульскому пединституту, Жинказганскому. Как вы сейчас относитесь, условно так, для себя признаетесь внутри, внутри, периферийным институтом, периферийным университетом, с высока, так, надеюсь, представлю, и там тоже самое. Потом, то, что наука финансировалась там военно-промышленный комплекс, это не наука, это сред марш и общее машиностроение. Вот это вот, я вот вопрос меня мучает, колониализм, колониальная политика, постколониальный синдром, постимперский синдром, да. Спасибо. Да, спасибо большое за вопрос. Да, это, конечно, животрепещущий вопрос, особенно это. Но я хотела бы отметить, что, в принципе, сейчас много же в литературе об этом рассказано, что, ну и как бы сейчас мы также делим там колониальный период, советский период. О советском периоде никто не говорит как о колониальном. Ну, по крайней мере, мы в своей статье не говорили о нем как о колониальном. Но как бы есть такое понятие колониальность, это вот как бы долгосрочный эффект, там
колониализма, и колониальность могут испытывать даже страны, которые никогда не были колониями, допустим, Османская империя или вот сейчас Восточная Европа. Страны часто говорят, что они находятся в колониальной, ну не в колониальной, что они испытывают эффекты колониальности от Западной Европы, потому что Западная Европа им как бы диктует условия, да, диктует идеологию, диктует ценности и так далее. Вот колониальность — это более такой культурный, идеологически структурный как бы концепт. Это не про... А шире ваш вопрос, мне кажется, он уже достаточно, ну, как бы такие ученые, как Сергей Абашин, они вот конкретно писали про Советскую империю, Адиб Халид, там, что можно считать колониальным, что нельзя считать колониальным в этой империи. И как бы это в какой-то момент стало таким как-то плохим словом, но в принципе вот у нас даже в Российской империи выходил же журнал «Вопросы колониализма» и так далее. То есть это было нормально, ну, более-менее такое слово, которое... Ну, то есть к этому нормально, не то, что нормально, это тоже неправильно, что к этому нормально, а вот то, что вы понимаете, как вопросы центра периферии, да, конечно, они важны, в том числе и в национальном государстве. То есть кто-то может прийти, допустим, Астана может прийти, колонизировать, там, не знаю, Атрау и так далее. И об этом говорят тоже. Или наоборот, в Астану могут сюда приехать и колонизировать. Как бы это такой широкий фрейм, который используется вот именно как именно в таких более эфемерных вопросах идеологии. Да. Да, вот. И вот в этом докладе мы говорим именно о колониальности знания, да, то есть чем отличается субъектность, когда ты сам решаешь, какое знание ты производишь, что ты делаешь от как бы такой объектности, когда тебе говорят, вот мы будем там искать, не знаю, уран, медь и так далее, а тебе хочется писачий жре там, или, ну, это я метафорично, или что-то такое, но или тебе хочется какой-то другой там, другие алмазы искать, или еще что-то. Ну, вот как бы вот эта вот субъектность и подотчетность тоже важна, то есть, и мы вот как бы в докладе показываем, что с какого-то периода, когда Академия стала действительно Академией наук, вот эта вот ситуация с отчетностью улучшилась. То есть, что там были вот все, кто приезжал, они потом оставляли отчеты, хотя и тогда тоже не все. То есть вот это вот. И даже вот люди в Академии наук жаловались, что кто-то приезжает, кто-то это, а потом они не имеют доступа к этим, то есть что они исследовали, какие они эти были. И часто это, конечно, не специально, часто это просто какая-то институциональная такая нестабильность. И вот мне кажется, мой посыл в том, что должна быть такая институциональная стабильность в том, чтобы вот как бы шло накопление знаний именно, а вот не было этой колониальности. Спасибо. Okay, спасибо всем выступающим, and thank you everyone for your attention. It's time for another coffee break, so... Спасибо.